Йоу, всем привет. Давно видосов не было на основном канале. Ну как, недавно, в принципе, я на лайв-канал видос добавил. Про мем видеокарту 1000 GTX 1060, можете посмотреть, ссылочка в описании. Но это лайв-канал, там всякая всячина. Две игры показывают. Не знаю, челики какие-то добавляются. Ну, выше 40к кубков добавлю, да? Можно, в принципе, давать челик. 35к, в принципе, я добавил бы, но... Сори, не принимаю. Пишите в комментариях, кто них, может быть, добавлю. Если вы топ-игрок или вы видосик можете показать. Два топ-1, и причем это два шедевра, это шедевра. Просто я вот в некоторых местах проигрывал, но здесь я просто всех уничтожил. Первое за Нани, прям жесткая игра. И первое место за Ворна. Но тут средненькая игра была. Окей, я там чуть не слился, кстати, в обоих матчах. Так, первая игра, смотрим. Я тут АФК сидел, музыку добавлял, King of Jungle слушал. Вот. Не оригинальную версию про мне видео, а про Ramon the Cartoon. Вот. Тоже крутой музон. Такой расслабляющий. Так, чук, залутал тут ящичек, потому что с одним жетончиком сразу апается. Тут у меня чел, горящий чел, пуканчик взял, умер. Ладно, чё. Рестница через 15 секунд. Буквально потерпеть. Ну, я здесь просто бегаю, там стреляю, там челики, как бы смертьем был чел. Думаю, может, кому-нибудь задену, никого не задел. Он идет второй раз сливаться, не знаю. Пантеру выбил. Я, кстати, вот эту пантеру скинчик смайлик не выбивал. И это обидно. Там я вижу жетончик фришный. Зеленка, да, я ее называю. Забав. Банки были до этого, помню. Фиолетовые, а сейчас просто зеленые усиления, да, такие зеленые, как молния. И чело, там вообще лоу хп, здесь Шелли добила. Я мог бы здесь попасть, на самом деле. Может быть, да, я автоатаку делал здесь. Тут я не спорю, я злюсь. Там, у меня, кстати, Тара могла 2 или 3 раза споймать. Даже сейчас могла бы споймать. Они бы топ-2 заняли бы, они взяли и из-за этого проиграли. Ладно, спойлерить не буду, просто смотрите. Может быть, они топ-3, топ-2 взяли. Если я попадаю как-то... Кстати, вот эта вот тычка мне прям очень понравилась. Такая боковая. Первая лана, это очевидно. Если я умираю, окей, это терпимо. Тут я что-то не понимаю, почему Тара не пушит динамайк. Типа, ладно, динамайк здесь на мину попался. Здесь ульту делает Бо. Ну, у Бо, понимаете, один жетон. У Тары 13 левел. Ты просто любого запушь, хоть Шелли, хоть... ну, очевидно, Бо нашего... Все, он выигрывает, нет? Думаю, что у нас капец усиления. Я ульту делаю, смотрите. Я здесь не могу попасть. Раз круг делаю просто. Два круг делаю. Еще такой заворачиваю круг, просто 360. У чела там лоу хп. Бам, бам. А я, смотрите, жетон делаю. Этот типа думает мир. Бам. Я его убиваю, этот чел ко мне подходит. Я даю вторую тычку, он умирает. Я кидаю жетон, что я крутой. Это по факту самая топовая игра в Brawl Stars, наверное, в этом году. Вот, может быть, еще будут какие-то игры топовые, ну и вот вторая игра, но она не такая топовая прям, за Нани прям нужен скилл, и предугадывать, куда чел подходит, за Ворда, ну, тоже обязательно, но у него мало хп, то, что ему 2 тычки дают, или 1 тычку в упор, Шерри или Дэрил, все, минус чел, ну, любой, у кого есть дробовик, типа, чел, бам, даже Биби может с 2 тычек убить Ворона, по факту. Я чел попасть не могу, у меня что-то боковые не попали. Я здесь щиток делаю. Жду этого вольта. Вольт, смотрите, что делает. Как бы надо здесь пушить, телепорт тратить явно. Чел не тратит. Мне приходится со своей атакой забирать, еще ульту случайно тратить, потому что думал, меня добивают. Здесь хилюсь. Здесь надо было хилиться, я что-то неправильно сделал, наверное. Очень жадная игра. Челу оставляю банку здесь. 3 баночки, чё их лишними залутать. Я всегда вот эти углы чекаю, потому что их не лутают в основном. И лута здесь очень много. Бывает, конечно, лутают, кто знает эти вот места. Вообще карту эту всю запомню за 5 секунд. С самого основания игры играю. Здесь Шелли, помню, были все в кустах, просто прятались. Пока да. Здесь Шелли, бам, меня, бам, бам. У меня типа 1400 хп, все, я здесь умер. Ну, здесь дальше вольт нормально отыгрывает. Он сейвово играет, и это правильно он делает. Там минус, смотрите, чё, вот, их поджали другой склад вообще априори. 3000 хп, как бы тут, я, очевидно, что они выиграли, типа, вольт их не должен телепорт делать, он АФК встал, типа, я что-то не пойму. Я в упор здесь атаку не трачу, бам, щиток делаю, весь дэмэдж принимаю в себя, просто и все, последнюю пичку, минус чел. Вот такая вот топ,
Еще одна игра. Можно еще одну игру пойти за кого-нибудь, кому надо кубки апнуть. Какому персонажу моему надо апнуть? Байрон, очевидно. Но нет. Грифа можно, кстати, 700 кубков сделать. Я смотрю, тут 39 кубков не хватает. Я, видите, в основном все 650. То есть у меня, помню, 550 были, вот сейчас 600-ники. Я вообще этот Фэнга не могу выбить. Хотя я могу Battle Pass купить, я что-то смысла не вижу покупать. Потому что я его вряд ли за пару дней докачаю, и Brawl Stars мне чуть-чуть поднадоел, по факту. Потому когда все персонажи есть, когда уже... И когда вот это вот добавили, вот эти вот снаряжения, это как бы спасибо, что они обновляют. Но это два однообразных снаряжения, во-первых. 10 и 11 левел. И зачем они нужны? Они еще 12 левел добавят. Это типа жетоны надо фармить на каждого персонажа. Их улучшать, специально ресурсы копить. Но это просто они сделали, чтобы люди, которые задротили, чтобы они еще больше задротили. И когда они сделали 140 или сколько, 150 за 1 или 2 доллара, типа даром почти из кейсов, сейчас такого нету предложения, вообще какой-то кал. Я помню, один раз мега ящик покупал. Нельзя, кстати, отменить, типа, если ты не открываешь, могли бы сделать отмену, они не сделали, и это не норм. Загрев и сыграем одну катку на видос, потому что показывают две игры, где я не играю, ну, хотя бы. Хотя бы видосик побольше будет, 10-20 минут. Ну, мне кажется, 10 минут, потому что Шелли мы сольем, скорее всего. Вадимчик. Шелли, кстати, эксклюзивная на первые 10 миллионов и сколько? На миллиард скачиваний. Что-то такое раздавали, помню. Кто заходил. Там. Ой-ой-ой-ой, нашего там. Ну, то там еще челы были, окей. Лол. Тут везде челы, на самом деле, я боюсь чуть-чуть. Я долутаюсь и, наверное, засейвлюсь, ага. Нафил. Я своей Шелли попробую помочь. Там вообще везде бойня, я лучше куда-нибудь сюда сяду. Там челики. Я буду очень сейвово играть. Шелли подожду пока лестницы. Пусть она по КД умирает, но 15 секунд я попробую прям ультра сейвово играть. Убил, кстати, спайка. Ну, надеюсь, просто в один 10 секунд поживет. Там сверху как бы челы. Если они атаку сделают, они вот там вон бегают. Видите, выстрел. Поэтому Вадиму просто... Ну, 10-я Шелли. Типа одна ульта, но у нас нет. Ну, я сейчас резаюсь. Ой, мега хорош. Ну, гений игры просто. Хоп, я ему косарь урона сделал. Я подожду просто Шелли нашу, типа 8 секунд. Это изи. Проще потерпеть. Тут, ну, чел может на меня ульту бахнуть, это очевидно. Идем. Надеюсь, челы понимают, надо кинуться тут. Да не надо по мне ебашить, не надо. Да блин, не ебашь, чел на меня хочет ультануть, он чуть дебил. Это они ладно проигрывают, мы ладно топ-3, они могли бы топ-1 занять, вы понимаете? Они дураки, они Шелли не добили. 15 уровня, вот эта Шелли одна, ну, если только они дураки, салют. Блин, вообще. Нет, я должен еще одну. Это, ну, нельзя, типа, в ноль играть. Надо в плюс или в минус, все. В ноль, конечно, приятно, когда если у тебя прям тиммейт дно, и ты вывез хотя бы до топ-3. Ну, такое. Там вообще очевидно было топ-1. Шелли противоположно по нам тычку давала, хотя надо было добивать Шелли, которая 2000 хп. Типа, 2-3 тычки дает, я 2-3 тычки даю, все, минус Шелли там. Пуловые причем. Здесь челы какие-то, блин. Шелли вообще каленые. Я там добил чужой боб. Кстати, к своему бобу подойду, а то его сейчас доберут. Без поддержки он там ничего почти не сделает, по факту. Ну еще тем более фокусит зону. Это вообще по кайфу. Еще ульту можно подкопить на изи. Сидим, копим ульту. Оп, тычка, тычка. О, нет, чел. Забрал чел. Ну, я от ульты умираю, да? Да, там чел. Ну, топ-2 ок. В принципе, топ-2 ок.
бой, если бы попадал бы всеми тычками, уже выиграли бы. Кстати, как вообще Вольт не попал? На, там, от мины отойти, то есть не будет задевать. Вот, здесь именно, в принципе, видосик пойдет, наверное. Вот. Ну, кстати, скин хочу купить, но... Ну, не картофельный сквик, они, типа, не знаю, зачем такой скин. Просто по фану, наверное, добавили. Вот, сырный динамайк кайфовый и рикошет с яичками. Ну, рикошет, прям у меня скинов нету на нем. Типа, вообще... На рикошет, а там у меня обычный рикошет классический и... Вот этот стул. Вообще, вот. Типа у меня три скина, типа яичный чел, это, наверное, будет топ. Я его с серебряным катаю, потому что, ну, классический, что-то они приелись конкретно. Это вообще четкий, на самом деле, рикошет обычный. Вот. Ладно, я что-то последнее время смотрю, все игры какие-то на мобилках донатные, как бы, и играть вообще неохота, вообще неохота. На одну новую игру, Mink Party, короче, залетал, поиграл чуть-чуть, буквально 3 дня, накачался там 19-й арены и все, забил, там, одна лего выпала. Сколько донатных ящиков открыл, буквально 15, хотя там написан шанс, как бы, 5%, я понимаю, маленький. Но выдать хотя бы пару лег, хотя бы две, там, столько лег, я просто в шоке, 10 или 20, все имбовые вообще, вот, только принц выпал, который лучниц призывает сзади, ну, так, такая себе игра, короче, лучше брал Старс, катайте, вот, не пожалейте, а если какие-то другие игры играете, смотрите на донат, если донат очень дорогой, смысла нету, в Brawl Stars можно всех персонажей выбить, тупо на удачу, потому что тут даже вот написано, типа, ноль у меня, потому что все выбили. Вот легендарный боец, типа, он считается как мифический. Ну, как хроматический. В следующем сезоне он будет как мифический, шанс будет побольше. Вот. 0.27, кстати. Так-то мало, но с одной стороны, наверное, относительно много. Но в чем прикол? Почему, когда у тебя все персонажи есть, почему шанс не повышается? Чего они так не сделают? Вот. Шанс получения наград каждые 10 попыток открывания случайного ящика. Из каждой из 10 попыток, то есть надо 10 открыть. Но очки силы распределяются между меньшим количеством мастеров жетонов, на снаряжение могут быть одного типа. Вот это, кстати, тоже плохое, прям надо задрачивать годами Brawl Stars, чтобы накатать. Типа надо очки силы распределяются между меньшим количеством бойцов. То есть у кого меньше жетонов, тому жетонов раздают. Ну, давали бы тем, которым можно выбрать, вообще было бы шик. Ладно, все, заканчиваю видос. Наверное, будут добавлять, я вам предскажу, через год, наверное, через два, когда Brawl Stars подсядет, они добавят какие-то супер-мега-жетоны, которые можно на легендарку любого персонажа, ну, в зависимости от редкости, да, можно будет давать ему жетоны или что-нибудь, вот эти гаджеты покупать, сразу усилять. Что-то такое дадут. Не сейчас, не сразу, но со временем. Вот. Все, всем удачи, всем пока.